Это танцы. Специальный выпуск. Сегодня лучшим танцовщикам страны бросят вызов дети. Эй, что за шум? Ой! Что случилось? Где агент? Где помощник? Менеджер! Ой! Ой, люблю, когда дети тихо говорят, а лучше всего спят. Пусть поспят, а я пойду подготовлюсь к празднику. Слова вообще здесь подобрать, потому что это новое дыхание нашего проекта. Это, и таких эмоций не было. То, что вы создаете образы на сцене, которые увлекают, мы начинаем следить за историей. И честно сказать, я вам ничего по поводу танца сказать не могу, потому что я следил за сказкой. Тихо. Скоро Новый год. Мне надо письма прочитать, игрушки елочные подготовить. Подарки собрать. Ох, сколько забот. Пусть лучше тихо спят. С Новым годом. Можно селфи? Вот тебе на! Ой, ну давайте. Так, у кого там фотоаппаратик? Вот тебе Новый год. Спасибо, потому что за то, что за... Вот это вот ощущение детства, которого так в жизни не хватает. Мы куда-то что-то бежим, работа, семья и все остальное. Ну, вот этого, от той атмосферы, которая была сейчас вот здесь. Я просто окунулся в детство и просто, ну, не знаю, мне так хорошо стало. Ну что, шутрики, я пошел готовиться. Скоро Новый год.